Более 22 миллиардов рублей будет инвестировано в край в реализацию национальных проектов. Сегодня, во второй день работы на российском инвестиционном форуме в Сочи, делегация нашего региона принимает участие в дискуссиях в круглых столах. Форум собрал руководителей федеральных органов власти, губернаторов, собственников и топ-менеджеров крупных компаний. Губернатор региона Виктор Томенко на одной из дискуссий, посвященных росту качества медицинских услуг, рассказал о перспективах медицинского туризма в России и в Алтайском крае. В частности, он обозначил сроки запуска нового центра томографии в Барнауле. Сегодня здесь встречу провели с руководителями проекта. Это будет создание в крае центра позитронной эмиссионной томографии. Его строительство мы закончим где-то, я думаю, к концу весны, и в мае-июне запустим. Он тоже будет очень востребован и приблизит к мировым аналогам качества диагностики онкологических и неврологических заболеваний у нас в Алтайском крае. Всего, по словам Виктора Томенко, в нацпроекты Алтайского края было инвестировано более 140 миллиардов рублей, и только в этом году на них пойдет более 22 миллиардов. Источники – как федеральные и региональные, так и внебюджетные средства. Делегация Алтайского края планирует принять участие в значительной части круглых столов и дискуссий. Продлится форум до завтрашнего дня.